Попадание, кстати, прямое получилось. Отбрасываем, все, Титан улетел. Вау! Титан, смотрите, провалился вообще под землю и стрелять оттуда пытается. Че за жесть? Ребятки, всем здорова, с вами как всегда Артемен, мы в игре Hills of Steel, и сегодня я в очередной раз возьму два мощнейших танка нашей игры и проверю, на что они способны в ивенте доминирования, ребята. Да, это тот самый ивент, где нужно захватывать флаги. Итак, в этот раз я возьму легендарного танка Рекса и легендарного танка Конка. Эти два танчика идеально приспособлены для ивента доминирования. Давайте проверим, кто из них лучше, какой же танк окажется лучшим. Конг у нас толкает всех кулаками, Рекс отталкивает всех противников своей пастью. Начинаем мы с танчика Конга. Ты подпишись, поставь лайкос, погнали! Итак, ребята, первый бой начинается на Конге, и, конечно же, наша задача захватывать флаги. Итак, Конг — это идеальный танк для этого режима, потому что он просто берет и отталкивает, ребята, просто своими ударами всех, кто находится рядом. Даже бессмертный не обладает такими способностями, которыми обладает Анчи Конг. Да, он может просто отталкивать всех противников, подбрасывать их в воздух, и за счет этого, конечно же, мы очень легко захватываем флаги. Вот уже прямо сейчас на Конге мы захватили третий флаг. И просто я им не даю даже сюда подъехать, потому что кулаки Конга просто жестко отталкивают, ребята. Плюс у меня есть взрывная волна, плюс я их сейчас вообще здесь уничтожу в этом конце карты. Да, и уже, ребята, уже 100% победа. Уже 100 очков мы набрали, и это получилось у нас очень легко. Очень легко, как вы видите, Конг просто замечательно справляется с этим ивентом. Ну, теперь наступила очередь Рекса. Теперь, конечно же, очередь его, потому что он тоже умеет отталкивать противников своей пастью. Давайте посмотрим, что у нас получится в этом бою. Теперь здесь у нас Рекс, ребята. Итак, насколько мы знаем, он захватывает своих противников в пасть и просто отправляет их в далекий полет в прямом смысле. Еще у него есть ракета, запускаем. Блин, рано запустил. Они, оказывается, долго едут. Так, ладно, у нас, смотрите-ка, во-первых, попался Атлас. Его оттолкнуть пастью очень тяжело. Собственно, точнее, Жнеца. Жнеца мы можем, конечно, легко оттолкнуть. Он может вообще улететь очень далеко. А вот Атласа отталкивать сложнее, потому что этот танчик у нас обычно не летает, не прыгает. Но, тем не менее, я уже дохожу, ребята, до их третьего флага. Уже его пытаюсь захватить, потому что, да, все, отлично, ребята, я захватываю. Захватываю уже третий вражеский флаг, играя на Рексе. Он, конечно, чуть-чуть слабее, чем раньше, захватывает противника в пасть. Иногда получается, иногда нет. Но когда захватывает, он реально далеко может оттолкнуть вообще всех любых противников. Это круто, и у нас же опять, ребята, опять 100% победа, да. 100 очков мы набрали, противник набрал ровно 0, вообще практически, ну вообще, ребята, ничего не набрал, и мы, короче, на Рексе, конечно же, затащили. Получилось очень круто. Ну давайте-ка вновь отправимся, конечно же, теперь на Конге. Я поменяю на нем скинчик, поставлю вот этот изумрудный скин, поехали. Итак, схватка начинается, начиная карта Тесла с Коброй против нас. Ну, для Конга это вообще супер-мега-изичные цели, ребята. Это реально супер-изичные цели, ничего сложного нет. Вот если будет легендарный танк против Конга, то, конечно, будет гораздо сложнее. Ну, а это у нас обычные цели, они легко отлетают от любых ударов Конга. За это, конечно, просто лайкос, ребята. Играя на Конге, вы можете с легкостью, просто с большой легкостью пройти этот ивент, и вы видите, что получается все очень круто. Короче, я уже доехал до их базы, уже реально зажал их в конец базы. Вообще, Тесла тут появилась прямо там, где я нахожусь. Двоих я их опять уничтожаю. И да, ребята, да, получается все очень круто. Ну что, дадим им фору, смогут ли они отбить свой третий флаг? Ребята, я не вмешиваюсь. Я не вмешиваюсь, но они... Да, получилось у них отбить прямо на последних секундах, ребята. Но бой они у нас, конечно, проигрывают. Да, ребята, потому что под нашим контролем еще два флага. И опять же, 100% победа. 100% победа без единых вообще нюансиков. Окей, дальше танк Рекс. Давайте возьмем на него самый первый скинчик, вот такой вот атомный. Он у нас оранжевого или какого-то тут желтого цвета. Погнали! Опять, ребята, кстати, опять попадается Атлас. Что-то очень часто попадается Атлас. Если против меня попадется танк бессмертный, как в прошлом ролике, будет очень круто. Ну или если он будет за мою команду, это тоже будет круто. Окей, запускаем ракету. Запустил я ее опять рано, хотя нет, попал. Попал я, ребята, по Кобре. Отлично. Так, Кобру запускаем. Отлично, она улетела. Атлас у нас... А где Атлас? А, он сзади. Как он сзади оказался? Он же спереди был. Алло.
Я его вроде запустил, правда, какие-то лаги непонятные, когда я тут пытаюсь их атаковать. Реально какие-то тормозюльки происходят. Так, ладно, флаг мы наконец-то захватили. Кстати, было достаточно непросто сейчас захватить этот флаг, который находится по центру карты. Но мы это сделали, двигаемся к третьему. И вот мы уже здесь, ребята, да. Мы уже около третьего флага, и здесь, блин, лагает жестко. Кстати, у меня уже остается мало хпшек. Это на самом деле проблема даже для Рекса. Во, все, меня уже сейчас уничтожат. Меня сейчас уничтожат. Что происходит? Капец, какие дикие лаги. Просто жесть, ребята. Просто жесть. Лагает периодически в этом режиме почему-то очень сильно. Не знаю, с чем это связано. Окей, запускаем ракету, попадаем в Атласа. О, да, практически четко в него попали. Так, они захватывают наш флаг. Не дадим им это сделать. Отходи отсюда, давай, отталкиваем. Конечно, Атласа оттолкнуть пастью Рекса гораздо-гораздо сложнее. Вы это видите, происходит реально труднее это, чем казалось. Так, ладно. О, так там еще и сзади Кобра был все это время. Ой-ой-ой, ребят, так, 90% мы побеждаем. Мы побеждаем, флаг на нашей стороне. Давай-давай-давай, остается совсем чуть-чуть. Ну же, давай, кусай его уже, давай. Капец, но у Рекса реально очень маленький урон. Очень маленький урон у Рекса, но зато он пастью может оттолкнуть всех противников. А для этого режима это супер крутой результат, потому что мы, да, опять же побеждаем со 100% результатом. 100% результат, то есть даже у противника вообще 0 очков. Они даже несколько очков не смогли себе сделать, а мы, естественно, затащили, победили, очень даже круто. Окей, берем в очередной раз танчика Конга, берем на него скин тогда, вот этот вот, который называется голубой, и отправляемся на нем. Самый первый стандартный скин на танке Конге. Два титана против нас. О, ребята, серьезные соперники. Да, это вам точно не шуточки. Два титана, они, если что, могут очень быстро нас на самом деле уничтожить. Если у меня получится их нормально отталкивать своими взрывными ударами, то будет все нормально. Да, вот так, если они будут летать, собственно, направляя свою пушку вверх, то мы, в принципе, должны победить очень даже быстро. Итак, они уже далеко. О, ребята, здесь горка, то есть они будут очень долго по ней забираться, а мне, как Конгу, очень легко их побеждать, находясь, собственно, на вершине этой горки. Короче, ребята, два титана оказались супер слабыми, зато, блин, супер лагающими. Чё за фигня? Вообще, чё с игрой? Почему? Я не видел таких лагов раньше. Это еще... А, ну да, ребята, это же карта пустыня, которая и так всегда лагает. Абсолютно всегда. А тут еще и вот этот режим, который сам по себе почему-то лагает. Я имею в виду ивент доминирования. И опять же, у нас победа за одну жизнь, ребята. Одна жизнь, и у нас 100% победа. Конг, как вы видите, вообще отлично справляется. Даже Рекс так быстро не может кидать и побеждать всех своей пастью, как это делает танк Конг. Вы это видите, получается круто. Давайте возьмем, собственно, скинчик курица, ребята. В этом скине я очень редко играю, но он как раз-таки очень даже подходит для этого ивента. Вот на Рексе со скином курица играть просто идеально, потому что он идеально подходит для этого ивента. Ивента, по сути, сам по себе фановый. Ну и, собственно, мы играем на фановом танке. На огромной, просто огромнейшей курице с вот таким вот запускающимся каким-то курятником. На! Отлично! Попадание, кстати, прямое получилось. Отбрасываем, все, титан улетел. Вау! Так, надо по осадному еще попасть. Кстати, серьезный противник. Да, осадный у нас, как вы знаете, мощный танчик. Против него не так уж и легко воевать. Так, еще одна ракета пошла. Да! Жесткое попадание, ребята. Опять мы, короче, достигли уже третьего флага. Давайте дадим им немножко фору, если у них, конечно, это получится. Так, я отхожу чуть-чуть назад, пускай они защищают свой флаг. Так, там еще титан мой союзный живой. До сих пор он, ребята, живой. До сих пор он захватывает базу. И просто какие-то... Да что происходит с этой игрой? Почему так жестко лагает в этом режиме, когда воскрешаются противники? Честно говоря, непонятно. Так, но они захватили. Они захватили свой один флаг. Атласа я запустил в небо. Ну, короче, полная жесть. Титан вообще в землю куда-то вонзился. Но у нас, опять же, победа. 100, ну, уже не 100%. Они все-таки каким-то образом умудрились набрать себе 4 очка. Но, тем не менее, конечно же, мы вырвались гораздо, гораздо дальше вперед, чем это смогли сделать они. Окей, наступила очередь Конга. Да, давайте возьмем Конга с самым крутым скином Герой. И, конечно же, поехали на нем, ребята. Да, погнали на нем против Титана с Коброй. Будет весело, я уверен, потому что, ну, танчик Конг у нас вообще всех отлично побеждает. Мне кажется, Конг даже лучше, чем Рекс в этом режиме играет. Ну, потому что он реально идеально создан под этот режим. Его все его удары отталкивают, ребята, все.
ульта, кулаки, все это создано для того, чтобы противники отлетали, как вот сейчас они улетели на свою респаун, на свою базу, просто жесть. Так, отлично. Все, я опять же зажимаю их в конец карты, можно использовать взрывную волну, и я их сразу двоих уничтожаю, они летают в воздухе, ничего не могут мне сделать. И да, ребята, отлично, первая есть победа против них, и у нас отлично захватываются, опять же, все флаги, мы это делаем очень быстро идет захват всех флагов, и, собственно, уже до 90, уже, ребята, 100%, уже 100%, опять же, за какую-то минуту, а то и меньше, мы побеждаем, играя за Конга, ребята. Конечно же, это, мне кажется, даже быстрее, чем если бы мы играли за Рекса, хотя за Рекса тоже, на самом деле, у нас происходят очень быстрые победы. Окей, поставим самый крутой скин на нашего Рекса, называется он Игрушка, отправляемся в следующий бой. В очередной раз какие-то легкие противники против меня попадаются, честно говоря, хочется сыграть против какого-то легендарного танка. Я не знаю, попадется ли он мне здесь сейчас. Но пока что уже сколько идет ролик, почему-то мне не попадается. Вообще не попадается ни один легендарный противник. Хотелось бы сыграть против мощного какого-нибудь чела. А так я играю против эпиков и редких танков. Кстати, я сейчас очень жестко запустил жнеца. Он улетел вообще куда-то в другую сторону. Я не знаю даже куда. Так, не могу запустить титана, потому что у меня он зубы не захватывается. Давай. Так, нет, он почему-то вообще назад уехал. Не-не-не-не, флаг. Подождите, они захватывают. Подождите. Титан, смотрите, провалился вообще под землю и стрелять оттуда пытается. Че за жесть? Я его реально воткнул. Так, ладно, окей. Они, короче, захватили два флага. Вот это полная жесть. Я такого не ожидал, честно говоря. Они сейчас захватывают базу, они лидируют по очкам, поэтому нам срочно... О, меня еще и титан уничтожил. Жесть. Короче, там, ребята, прорвался вражеский жнец. Вот он. И он, собственно, захватывает наш флаг. Его надо отсюда выгнать просто жестко. Так, все, наши два флага. Наконец-то наши два флага. Мы их себе вновь вернули. Вновь наша инициатива, конечно же. О-о-о, куда улетел титан? Просто жесть, он должен был улететь вперед, а он улетел вообще куда-то назад. И смотрите, обратно же вернулся бумерангом. Приземлился просто здесь же. Окей, я иду за третьим флагом. Опять у нас флаг забрали. Вы что, прикалываетесь? Да что там происходит? На респауне нашем просто танчик жнец вражеский постоянно у нас забирает флаги. Алло, так, ну я сейчас сам тут разберусь. Это ненормально, мне кажется. Так, ну жнеца уничтожили, теперь у нас титан, ребята. Теперь титан, которого тоже не получается. Опять я его воткнул в землю. Давай, побеждаем. Сейчас у нас будут захватывать еще флаги. Давай. Ну-ка, захватываем. Отлично. Фух, е, ребята, два флага наши. Два флага наши. На самом деле, пока что они нас даже побеждают по очкам. Это удивительно, ребята. Но они реально пока что побеждают. Пока нам нужно их догонять. На самом деле, что-то как-то жестко. Они летают просто жестко по всей карте, ребята. Эти вражеские танчилы летают жестко. Меня уничтожает в очередной раз танк Титан. Так, опять наш флаг захватывает. Нет. Уходи отсюда. Так, ладно, давайте-ка вот этого запускаем ракету просто в Титана. Он пытается захватить второй флаг в центре карты. У нас примерно равный счет. Надо сначала уничтожить жнеца, иначе он тут будет наш флаг постоянно теребонькать. Так, все, отлично. Отлично, уничтожили мы с вами жнеца. Теперь второй флаг под нашим контролем. И мы должны победить. У нас уже 90% захваченного. Давай. Ну, ребята, бои на Рексе веселые, но, как вы видите, проходят они дольше. Как вы видите, все-таки танчики он запускает рандомно в разном направлении. Если танк улетел назад, то он будет захватывать флаг, который находится рядом с твоей базой. Ну, короче, это жестко, хоть и на Рексе очень легко побеждать. Но бои объективно, как вы видите, длятся прямо дольше. Если взять того же Конга, просто рандомный бой, посмотрите, как быстро мы выигрываем, играя на Конге. Конечно же, у него вообще вся атака заточена под отталкивание любых противников. И это, конечно, очень круто. Этому я очень рад, потому что Конг реально самый, наверное, идеальный танк для этого режима. Все, просто, вот они. Вот они, противники пытаются что-то сделать, но улетают. Неизбежно улетают на свою базу. Неизбежно, ребята, мы, конечно же, захватываем их третий флаг прямо у них на респауне. И это абсолютная неизбежная победа, и за это я просто обожаю Конга. Конечно же, он играется гораздо проще, гораздо легче. И реально для этого режима, наверное, все-таки самый лучший будет у нас Конг. Все-таки я думаю, что все с этим согласятся. Конг самый крутой танк для этого режима. Никакого другого больше не существует, ребята. Да, здесь, мне кажется, это реально самый топчик в нашей игре. И опять же, победа стопроцентная, можно сказать.
мы победили на Конге за очень быстрое время. Итак, наши два танчика легендарных сразились, собственно, в режиме доминирования. Самым лучшим, на мой взгляд, оказался танк Конг. Он побеждает гораздо быстрее и лучше. Но на танке Рекси тоже очень круто и весело запускать вражеские танчики куда-нибудь в космос или в небо. Если тебе понравился этот ролик, посмотри предыдущий ролик, где в ивенте доминирования сражался бессмертный и Динамо. Какой же из этих танчиков оказался лучше, посмотри у меня на канале. Ну а с вами был RTMN, всем до новых встреч, всем пока-пока.